Человек из Подольска в Магадане. В театре представят спектакль под одноименной пьесе Дмитрия Данилова. По сюжету парень из Подмосковья случайно попадает в отделение полиции. Сотрудники органов начинают задавать ему различные вопросы. Они хотят знать о герое все. Театр абсурда и притча одновременно. В спектакле поднимаются темы смысла жизни и насилия над личностью. Как отмечает режиссер, эта постановка про Магадан. Мне кажется, да, что этот спектакль очень близок по теме жителям Магадана. Мы с артистами обсуждали, что это прям про Магадан, вот прям про этот город, да, что, то есть темы, которые, о которых мы говорим в спектакле, они в некотором роде попадают в самих артистов, а значит и в жителей Магадана. 2 года назад в Магадане был показ черновой работы человека из Подольска. Итоговый вариант хотели представить чуть позже, но грянула пандемия. В этом году спектакль представят на суд зрителей 17 декабря. Театр приглашает магаданцев на премьеру.